Здравствуйте, я Шихарян Агнеса, мне 13 лет, ученица 6 В класса Рязанской ТОШ. Я хочу вам прочитать стихотворение на конкурс «Дети читают стихи». Юлия Дунина. Бинты. Глаза бойца слезами налиты, лежит он напружиненный и белый, а я должна приросшие бинты с него сорвать одним движением смело. Одним движением так учили нас, одним движением только в этом жалость. Но встретившись со взглядом страшных глаз, я на движение это не решалась. На бинт я щедро перекись слила, стараясь отмочить его без боли. А фельдшерица нарезла и повторялась: горе мне с тобою, так с каждым церемонится беда, да ему лишь прибавляешь муки. Но раненые медленно всегда попасть в мои медлительные руки. Не надо рвать приросшие бинты, когда их нужно снять почти без боли. Я это поняла, поймешь и ты, как жалко, что уроки доброты нельзя по книжкам научиться в школе.